Здравствуйте, как вас зовут? Александр. Александр, если бы у нас были выборы мэра в городе, кого бы вы предложили? Действующего мэра. Почему? Ну, меня все устраивает, потому что. А, так по открытии. Что именно? Ну, строительство ведется обширное, соблюдается более или менее чистота. Вот собак недавно стаи там прекратили их существование. Ну, в общем, все потихонечку делается. Ну, как общественное. Я никаких, никого других не знаю, просто, честно говоря, кто бы мог возглавить город. Мне неизвестны никакие другие личности. Какие планы на вечер у вас? Готовиться к завтрашнему дню. Уроки у меня будут. Я буду вести уроки, мне надо готовиться к урокам. Вы педагог? Да. А что преподаете? Информатику. Ясно. Спасибо вам большое. Вам тоже спасибо.